А совсем уезжаешь? Пока не знаю. В такую даль? Как ты там будешь? Посмотрим. Жаль. Ты, мужик, ничего. Ты тоже. Yes, yes. Я сейчас! Зова! Жена, Лос-Анджелес, телефон! Да вот, 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 на-на-на. О, алло. Здравствуй, Рэйчел. Hello. How are you? Как дела? Сколько тебя можно ждать, Андрей? Ты уже второй раз откладываешь свой приезд. Нельзя так мучить свою жену. Ты не знаешь, что такое слово «торчер»? Слушай, слово «торчер». Торчер, что значит? Это лампа такая, лампа, торшер, на длинной ножке. Нет, нет, торчер. А знаешь, что такое «скучаю»? Или «скучаю очень сильно»? Торчер – это мучить. Я вспомнил. В общем, прилетай скорей. Don't worry. Не беспокойся. Я буду в Лос-Анджелесе очень-очень скоро. Пока. Ребят, знаете, что такое Лос-Анджелес? Нет. В переводе с испанского это ангелы. Представляешь, его жена живет в городе Андро. О, да. Повезло. Спасибо. Слушай, а как Москва будет по-испански? По-испански не знаю, но вот по-древнеславянски это красивая болотистая местность. Тоже неплохо. Подумал, не забыл ли я чего? Забыл, конечно. Чего? Со мной расплатиться. За сохранность вещей. Иди, кликни там, Кускова. Тебя подождать? Я подожду. Распишись в получении, Кусков. Радоваться надо, Кусков. Свобода. А ты как не родной. Одевайся. Шило есть. Макарова не хочешь с полным магазином? Ты пока еще в тюрьме. Ни шил, ни лезвия не даем. Встретила? Приедут. Я с тобой поеду. Тоже в Москву? Да. Машину здесь не схватишь. Возьмем, чего уж. Да Ильинская, там уж пересядешь. Приедут. Сам красил? Сам. И делал сам. Из папье-маше. Слушай, а по-моему, похож. Ну, этот, как его, Винни-Пух. Похож? Я как приеду, сразу в горячую ванночку,
водочки с чесночком. Женушка у меня с пониманием. Сейчас приедут. А ты тоже сразу в баньку, да? Не, ну нельзя же. Вашего брата мента, ну и адвокатов разных. Сразу к уркам, к убийцам. Нехорошо это. А тебе к своим-то уже, наверное, нельзя. 7 лет мечтал. К своим. Мы там разберемся, кто свои. Лично разберусь. Это к чему? Ни к чему, помолчи. Ой, Сон, не нравишься ты мне. Летишь к жене, а лицо кислое. Ошибаешься, я рад. Меня не обманешь. Дай мне лучше пустую коробку. Держи. Чего ты? Теперь ты понимаешь? О чем? Ты не понимаю. Ну, сверху пустая коробка. Ну, пустая. А под ней? Понял? Нет. Да я Карайли, он же нас надул. Он прячет заложников в погребе, вот тут. А сверху ничего, пустота. Он так только накидал сюда мусору. Давид, надо ехать. Куда? Как куда? Караеву? Ну, в следственный изолятор, что ли? Да нет, к нему домой. Ну, как же это я так, а? Ну, дурак, ну, дурак. Я крышку-то открыл, там мусор, я и закрыл. Когда мы должны его освобождать? В 15:00. Сейчас 1:30. Успеем. Ты едешь? Да подожди ты, не пари горячку. Да подожди, послушай. Давай я позвоню в отделение, ребята съездят и проверят. Ребята-то съездят. Такой позор. Такую ошибку допустить. Чего ты ищешь? Да ключи. Да вот, вот. Вот ключи. Ты едешь или нет со мной? Ну, куда я денусь? Кусково! Пойдем, это Валентинидушка и брат ее, Анатолий. Сынишку вот не взяли. Ну, ладно. Валентинидушка. А сынишку не взяла, значит? А что зря таскать? Слышь, это там кто? А это тоже вот освободился. Из ментов он бывший. А на кой хрен он мне нужен? Я ментов не вожу, понял? Слушай, а ты что, собираешься раскапывать мусор, что ли? Ты меня правильно понял. Ты даешь. Без ордера, без документов. И потом у нас даже лопат нет. Разберемся. Слушай, Сом, скажи честно, не страшно начинать новую жизнь? 46 лет? Конечно, страшно.
Я ведь был в Штатах всего неделю. А что за неделю увидишь? Единственное, что я понял, что не могу жить без этой женщины. А вот смогу ли я там жить? Это вопрос. Только приеду, сразу пошлю тебе вызов. Покажешь Михе Диснейленд. О, Диснейленд. Да ему лучше Лас-Вегас. Ветер в голове гуляет. Книги по боку и на улицу. А ты вспомни, какими мы были. То мы, а дети — это другое дело. Слушай, у нас вчера комиссия была. Ты этого, Судакова, помнишь? Седой такой, да? Они какую-то там поправку в Думе готовят к Уголовному кодексу. И просили меня, чтобы я прокомментировал. Я рад за тебя, Маленников. Слушай, Сом, а ты сам книжку напиши, им ведь там интересно будет. Такие, знаешь, милицейские истории. Угу. Да, сколько всего было. Сколько рож этих, сколько типов. Этого, живодера, помнишь? Кускова? Помню. Что-то он у меня в последнее время перед глазами крутится. А его выпускают, я слышу. Вот, наверное, поэтому и крутится. Чего? Досрочно, что ли? Да. За отличное поведение. Библиотекарем заделаться. Да, мозги все равно не выправишь. Как был чумной, так чумным и останется. Слушай, Рэчел не против, чтобы ты служил в полиции? А ей все равно, лишь бы только в штат. Чем же ей у нас не нравится? Боится. Сом, а вот так между нами, откровенно. Ты в любви ей по-английски признавался, да? I love you, да? Нет. По-русски. Начинается обсуждение поправок к Уголовному кодексу Российской Федерации, внесенных депутатом Госдумы Виктором Кирсановым. Завтра у нас в гостях подполковник милиции Сергей Малинников. Он поделится своими профессиональными соображениями по поводу поправок. Сергей Малинников – первый из участников дискуссии, развернутой нашей радиостанции. Вслед за Малинниковым выступит Виктор Кирсанов. Одна из поправок касается правомерности правоохранительных органов производить задержание в тех случаях, когда... Полный, побыстрее. Будет сделано, сэр. Телефонная будка есть? Тебе что, позвонить надо? Нет, отлить. Есть, спрашиваю. 100 рублей минута, 500 мне залог, и я присутствую при всем разговоре. Ты что, охренел? Ты срок сидел? Нет. За что? За то, что людей грабишь. Это... Ну где? Это зря так. Видишь, эта трубка стоит 100 долларов. Тариф такой же. Плюс все ваши разговоры. А будок здесь нету. Да и были бы жетоны, мы не продаем.
Ладно, заплачу, когда кончу. Показывай, как этой хреновиной пользоваться. Издалека тащишься? Из прошлого века. Давай, 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 показывай. Здесь все просто, смотри. Вот здесь набираешь номер, потом вот на эту кнопку. Давай, стой. Секундочку. Давай. Алло. Эй, дядя, ну говори ты надо, только на улице. Колонник, закрой, а то пристрелю. Алло, это милиция, дежурный. Кликни ко мне подполковника Малинникова. Моя фамилия Михайлов. Я помощник Кирсанова, депутата Госдумы. Виктор Борисович хотел бы переговорить с Сергеем Мефодьевичем. Нет, сегодня. Ты что, не слышишь? Сегодня! Важный вопрос. Изменения в Уголовном кодексе. Алло! Алло! Козел! Эй, дядя! А кто платить-то будет, а? За бензин? За телефон? Желаться. Если там кто-то есть, ты отвлеки, а я пока ямой займусь. Давай. Кто там? Чего надо? Это милиция. Вы откройте, пожалуйста. Нам поговорить нужно. Не с кем тут говорить. Я это просто гость тут. Ага. Вы знаете, у нас тут некоторые вопросы к вам накопились. Да, вы откройте, мы побеседуем. Да, какие? Ага, да. Вот. Ну-ка, а какие вопросы? Вопросы вот такие у нас. И кем вам приходится Марат Караев? Троюродный этот, дядя. Троюродный? Ну, у моей тети есть двоюродный брат, а у него есть тоже брат, который вот Марат. А я из Нальчика вот. У вас вроде супом пахнет. Гостей, что ли, ждете? Да нет, себе варю. Да. О, национальное блюдо, да? Шакмуль называется. Шакмуль? Неужели это есть можно? Собакам, что ли? Да нет, нет, себе готовлю. Что, отрава? Нет, 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 вкусный очень, себе. Попробуй. Шакмуль, говоришь. А может быть, все-таки Поляковых кормить, а? Ну что? На погребе замок, нужен ключ. Иди сюда. Ключ давай от погреба. Да нет никакой ключ. Ключ. Слушай, я кашу, кушаю. Знаешь, у Марат спросил, вечером домой придет, вот это расскажет. Не придет твой Марат. Почему не придет? Это я тебе обещаю. Давай ключ. Да нет никакой ключ, я тебе говорю серьезно, нет у меня никакой ключ. Ну что, будем дизать? Ай, менты! Отхожее место, говорит он! Я же говорил, смотри, отхожее место. Так, ключ. Нет у меня ключа никакого. Ай! Ну-ка. Открой, держи. А ну-ка. Да, ты был прав. Двойное дно. Стоять! Эй! Полякова! Сейчас мы спустимся, давай. Ну, иди сюда. Иди сюда. Посмотри. Ну, посмотри. Да я не знаю ничего. Ну, смотри, кто это? Я их не знаю. Дай фонарь. Mm-hmm.
Давай, Шаг. Менты грёбаные. Менты грёбаные! Я дотяну до старого! Давайте, ребят, надо поторапливаться. А какое число сегодня? Четвертое. А какой месяц? Сентябрь. Да, вы просидели больше месяца в этой яме. Ваша мать за это время продала дом. Как продала? Да, ребят, она должна была продать, чтобы расплатиться с Караевым. Но мы ничего не должны ему. Вот мы это сейчас и обсудим. Давайте, на очные ставки, садитесь. У вас есть поесть что-нибудь? Ребят, давайте по дороге. Да. Сомов, ты свяжись с Семякиным, скажи, что мы уже выезжаем. Да, конечно. Поехали, все. Ну что теперь плакать, Раиса? Да отстань ты, дай позагорать, в конце концов. Ну нет, правда. Вышла бы замуж за Сомова, уехала бы в Штаты. Уже завтра. Ему есть с кем ехать. У вас, кстати, имена с ней одинаковые. Не ври. В Америке Раис нету. А Рэйчел-то что? Это Раиска по-ихнему. Сомов на проводе. Иду. Слушай, Семякин, задержи там Караева, мы уже едем. С Поляковыми. Представляешь, Караев прятал их в погребе с двойным дном. Мы их быстренько покормим и в отделение. Подъезжайте. Митьку, вот скажи мне, где он ее выкопал, а? Я, например, сроду с американцами не знакомилась. Вот откуда? А ты вечерком подъедь к интуристу. Познакомишься? Пошляк. Год назад она в Тверской останавливалась. Любила по ночам прогуливаться, изучала Москву. Ну, тут ее и встретили трое. Решили ее тоже изучить. А тут Сомов победил хулигана. Ну, заодно и американочку. Ну, а потом они уже друг друга стали изучать. Жаль, меня там не было. Я что-то не понял. Проводы будем отменять или нет? Нет, пока не надо. В общем, сейчас с Поляковыми разберемся, потом решим. Ну, как дела? Мама, слава богу, живы. Да, слушаю. Из Думы перезвонят. Буду на месте. А, нет, я просмотрю и подпишу. Да нет, вот они здесь передо мной лежат. Сомов? Нет, Сомов пока занят. Да, и вот что, Мальков, ты там предупреди, что проводы проводами, но о деле, чтобы не забывали. Ну, глоток другой по местам, понятно? Семякин начнет Караева раскручивать, а я потом с Поляковыми. Слушай, Сом, ты нам с этим Караевым все планы поломал. Пошли. Ну, чего? Выпить, что ли? Провожаем мы тебя или нет, а? Ну, выпить-то мы всегда успеем. Так, пока мы с тобой одни, я тебе тут кое-что приготовил. Подарок. Вот, посмотри. Василий Блаженный, вот, большой. Да, вот тут и Старый Арбат, и Ленинка, и проспект Калинина. Ну, храма Христа, правда, нет. Старый, извини. Но все-таки, как говорится, память. Ладно. Сам. Ну что, встали? Я думал, с вещами на выход. Зачем мучаете? В чем дело? Нет доказательств. Выпускайте. Мы вам представим доказательства. Поздно спохватились. Как поздно? Нет, как раз 15:00. Вовремя. Андрей Степанович? А вы-то как здесь? Я думал, вы уже давно улетели. Ну, как же я не попрощавшись. Здравствуйте, Марат Гамзатович. Неужели визу не дали? Давайте не пудрить мозги. Поговорим лучше о Поляковых. Опять 25. Вы же весь двор перерыли, не нашли. А шьете какое-то насильственное заключение. Не только. Еще и нанесение вреда здоровью людей. Каких людей? Андрей Степанович. Ваших бывших охранников.
Какие они охранники? Жулики и бандиты ограбили мой сейф и скрылись. Ну, мы сейчас разберемся, где они скрывались. А? Вот они. Они меня обокрали. Ограбили сейф и скрылись. Ну, расскажите. Нет, Марат Гамзатович, мы не трогали ваш сейф. А где деньги тогда? Где? О, твою... Какой же, сержант! 200 тысяч наличными. Где они? Чего меня отвяжете? Залезли бы в ваш карман, посмотрел бы я. Вы бы не только в погреб, а в могилу живьем закопали бы. Чего ж невинным людям руки-то закручивать? Конечно. Поздравляю тебя. Надевайте, ребят. Конечно, что вы там закусите. А то будете снижать и будете пьяны. Ну, конечно. Да. Вы меняетесь только вечером. Так что держитесь. Ну, а то вас потом не найдешь. Днем с огнем. Выпьем. Ну, пей, конечно. Конечно. И потом ко мне, все по одному. Я прочту лекцию. Сергей Михайлович, снова дома. Сейчас буду. Я вас долго не задержу, да? У меня новая информация. У вас ведь завтра интервью, да? А я как раз решал здесь один вопрос с директором трамвайного депо. Да, вот который рядом с вами. Что? Плохо слышно? А я вас хорошо слышу. Угу. Подходите сюда. А потом кофейку попьем. Да, да, сейчас подойдем. Сергей Михайлович, да. Слушай, я на полчаса только отключусь тут, ага. Кофе попить. Что, шумно у нас? Да нет, кофеварка сломалась. Да Раису можно кипятильник взять. Не надо ее беспокоить. Прощается женщина. Ну, что? А, слушай, тут звонил помощник Кирсанова. Ну, говорит, какая-то у него важная информация. В общем, я отлучусь ненадолго. Нет, подожди, вы тут без меня начинаете, а я потом штрафную. Ну, давай. Кирсанов кто такой? Депутат Госдумы. И сам позвонил? Нет, помощник. Имя записал? Ага. Михайлов. Михайлов. А зачем Олейникову куда-то идти? Начальство. Когда еще свидимся, кто знает. Снято. Мальков, ну-ка позвони в Думу. Не нравится мне эта конспирация. Спроси Кирсанова, есть ли у него такой помощник Михайлов. Кирсанов есть, а вот Михайлова нет. Слушай, а может быть, это шофер, а не помощник? Звякнут ее в гараж. Не признаешь? Это я, Кусков. А? Старший лейтенант разжалованный. Здравствуй, Кусков. Ты как здесь оказался?
Вот на работу пришел устраиваться. А ты? Да я тоже по делам зашел. Но бывай, Кусков. Ну что, после того, что было, ты мне даже руки не подашь, а? Замарать себя боишься. Да хватит трепаться. Хочешь поговорить, выходи. Да я бы вышел. Только тяжело мне. Без ног я. На зоне ноги оставил. А протезы новые не притерты, сучий мох. Ладно, сиди, я сам зайду. Ну, здравствуй. Как же ты, Кусков, ноги-то не уберег? Отморозил. Слушай, а? Я же хотел с тобой по-человечески, а ты за кобуру, падла, хватаешься, обидно. Думай на кого. А ты купился, да? Клюнул. Думал, свою взятку суну. Ну, признайся. Верни ты, Кушко. Бежать. Обидно. Я ведь тебя уважал. Я тебя страшно уважал. Одно дело делать. А ты меня живодером обзывать стал. На 7 лет упек в тюрьму. Ты знаешь, ты мне всю жизнь здесь скалечил. Ты человек убил, Кусков. Да. Ты человек. Не человек, а жулик. Избавил общество от вора. Ты его пытал. Слышишь? Это мое дело! Это мое дело. Не живодер. Не живодер! Не живодер я! Ты меня на следствие сдал. Говори, ты или нет? Я правду сказал. Правду? Правду? Вот за правду и сдохнешь. Мы в бараке. Твои хлопцы все внутренности отбили. Я 2 недели кровью харкал. Приемы тренировали. Я им говорю, привет, ОМОН. Они мне по бочкам, по бочкам. Иуда, Иуда! Ты мне должен на коленях просить меня простить. Кусков! Закрой хлебало! Сергей! Сергей! Где ты? Ни звука, всю душу. Я здесь! Осторожно! Сом! Ты? Ты кто? Мы что, знакомы? Еще как знакомы. 5 лет бок о бок. Кабинет кабинету. Забыл? Живодер, что ли? Имя забыл? Кусков, отпусти Маленникова. Прошу тебя. Сейчас. Ребята, позвоните в милицию. В трамвае опасный преступник. Нет, нет, сюда не идите. Идите сюда.
Кусков! Кусков! Андрей! Серега! Разумов, вот и все. А теперь скажи, как меня зовут? Живодер. У меня. Я понял, Серега. Я понял, не напрягайся. Продержись еще немного. Ребятам уже позвонили. Позвоните в милицию, там подполковник. Отец. Чего? Гони вот за тем исключением. С какой стати? Давай. Чего ты? Из уголовного розыска. Там опасный преступник. Пожалуйста. Отец, ты чего? Что? Вон москвич, что право уходит. Где? Ну, вон, вправо. Видишь, на багажнике у него какой-то там, я не знаю, у которого на багажнике? Ага. Сейчас. Ну, давай, быстрее. Нарушай. Я беру на себя. На себя. Обещал бабке по огороду помочь. Вечером, говорит, бутылку тебе поставлю. Все, шиздец моей бутылки. А сейчас левее. Ты что, не видишь, что ли? Я ж давно зрением страдаю. Где же он? Ну, вон. Ну, давай я тебе помогу. Руки, давай-ка так. Подожди. Давай, ты садись за руль, а я сяду на твое место. Давай. Сейчас. А ты как, к Путину-то? Он же из вашей, из разведки. Нормально, отец, нормально. Ага. Сейчас. Бензин-то хватит? Ваня. Есть там что-то. Да, устроит мне бабка прием в Кремле. Трамвай ваш, убитый. Да. Преступник в какую сторону скрылся? Пакет был такой, наверное, взорвать хотел. Потом, у него сын во втором классе учится и жена беременная. Спасибо, отец. Спасибо, не булькает. Машину жалко. Скалькулируйте. Я заплачу. Калькулякают. А денег потом с них хрен получишь. Thank you.
мы уже въехали. Куда-то. Ты тоже хочешь сдохнуть? Сейчас оборохнем. Парашют взял, а? Я хочу, чтобы ты знал. Я на тебя не в обиде. Это меня Сергей выдал. Я хочу, чтобы ты знал. Это не он, это я тебя знал. Понял? Психопат. И живодером тебя назвал. Эй, Сусанин! Тебе сверху лучше видно. Как мне отсюда выбраться? Как мне отсюда выбраться? Сейчас, дед. Сейчас объясню. Дядя Андрей. Миха. Миха. Твой отец. Его. Дядя Андрей, я знаю. Мне Семякин сказал. Я к вам прямо из общежития. Ты во всем можешь рассчитывать на меня. Во всем. Ты понял? Почему ты в среду не прилетел? Я друга потерял. Пожалуйста, говори по-английски. Что случилось? Я потерял. I lost my best friend. Я потерял своего лучшего друга. It's murdered. Его убили. Murdered. Убили. Андрей. Не знаю, я мне не лезу слова ваши в голову. Are you sure you haven't forgotten? Может, ты просто забыл меня? Разлюбил? Нечего мне здесь больше делать. У меня одна осталась. Bye. Пока. Bye. Что он сказал? Кажется, его друга убили. Он говорит что-то неразборчиво. Я ничего толком не поняла. Может, тебе надо научиться говорить по-русски? Я стараюсь, но это очень трудный язык. Ну и когда же он приедет? Мне кажется, он сказал следующую субботу. Значит, у тебя много времени. Для чего? Подучить русский. Ну ладно, пойдем отсюда. Я на минутку. Лежи, встану. Лежи. Я хотел тебе ключи передать от квартиры. Не надо, дядя Андрей. Я к общаге привык. Так, это вопрос решенный, не обсуждается. Там все чисто. Единственное, я не успел. Липучка на окнах осталась зима. Но это уж ты сам
Сам отдирай. Ладно? Когда вы приедете? Это не имеет значения. Квартира твоя. Ну все, досыпай. Я поехал. Дядя Андрей, подождите. Держись. И звони. Понял? О, такси! Аэропорт Шереметьево. Два. Садитесь. Че, опаздываете? Да нет. Че? Далеко летим? В Лос-Анджелес. Понятно. А в самолет во сколько? В 11:50. Успеем.